Профессора и деканы СПбГУ удостоены награды общенациональной премии Российского профессорского собрания. Ежегодно сообщество выбирает лучших представителей высшего образования в номинациях «Профессор года», «Декан года» и «Ректор года». Так, лауреатами в номинации «Профессор года» стали Татьяна Черниговская, профессор СПбГУ кафедры проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук, Елена Казакова, профессор кафедры педагогики, Юрий Щербук, профессор кафедры нейрохирургии и неврологии. Деканом года признали декана факультета социологии Николая Скворцова и Петра Яблонского, совсем недавно сменившего пост декана медицинского факультета на должность первого проректора по медицинской деятельности. Низкий поклон коллегам с 11 факультетов классического университета, которые готовят элиту российской медицины. Медицинское направление в Санкт-Петербургском университете есть, и оно уверенно смотрит в будущее. От того, насколько мы будем солидарны друг с другом, насколько мы сможем договориться, зависит то, какое будет вообще будущее, потому что мы же выращиваем следующих людей. Награждение профессоров, деканов и ректоров года по традиции прошло в рамках ежегодного профессорского форума. В этом году он был посвящен теме «Наука и технологии в 21 веке. Тренды и перспективы» и приурочен к 5-летию Российского профессорского собрания. Ученые обсудили важность сплочения академического сообщества. По мнению председателя Наблюдательного совета Российского профессорского собрания Владимира Филиппова, это поможет развить отечественную науку. Обращаюсь к вам с тем, чтобы вы проводили вот эту главную миссию нашего собрания по объединению, может быть, не просто как физических лиц наших профессоров, а объединению их идей на благо развития нашей науки, высшего образования. А проблем у нас очень много. Поэтому подчеркиваю, что только в диалоге профессоров и руководителей министерств и ведомств мы можем сделать нашу систему высшего образования лучше. В рамках форума представители академического сообщества обсудили актуальные научные достижения, а также приоритеты в развитии науки и образования. Мария Полохтина, Анна Передня, Алексей Чупка, медиацентр СПбГУ.